Tatăl s-a mulțumit. Domnul Alexian Rusacat. Ռուսական միջազգային հեռուստաընկերություն, ես հարցս հնչեցնեմ ռուսերեն, խնդրել նույնպես պատասխանել ռուսերեն. Господин Ванесян, выдержит ли Армения вторую за 3 года революцию? Потому что, как бы вы тут ни описывали, по сути, вы идете на революцию. И второй мой вопрос, насколько радикальны могут быть ваши шаги? Потому что, опять же, можно собрать людей на улице, ну, хотя их тут ну, не так много, по крайней мере, десятки тысяч. Насколько радикальны эти шаги могут быть, чтобы все-таки добиться цели? Спасибо. Насколько могут быть радикальные шаги для спасения Родины и для спасения своего народа? Я думаю, на этот вопрос ответ очень прост. Мы должны сделать все, чтобы спасти нашу страну и наш народ. И мы ни перед чем не остановимся. Что касается второй революции. Слава Богу, что сегодняшняя оппозиция в Армении – это люди с государственным мышлением. Это не люди с улицы, которые не понимают, что государство и что такое власть. И я не хочу называть то, что мы будем делать, революцией. Это движение для того, чтобы армянский народ, Республика Армения и Республика Арцах жили жили достойно и могли выдержать все вызовы в современном мире. Особенно в нашем регионе, когда с двух сторон нас окружают враги, и они это не скрывают. Не скрывают и постоянно ведут риторику войны.